Препарат GardaGold имеет регистрацию не только на подсолнечнике и кукурузе, в эффективной работе которого мы смогли убедиться чуть раньше. Также препарат GardaGold имеет регистрацию на такой культуре, как соя. И в сезоне 2020 года на площадке полевого города нами заложен и подобный опыт. На платформе Seedcare, где испытывается различная обработка семян по сое, нами была проведена фоновая обработка препаратом GardaGold до всходов культуры, эффективность которой я хотел бы вам продемонстрировать. Давайте посмотрим, как выглядят посевы сои на сегодняшний день. Коллеги, в данном случае мы можем с вами наблюдать абсолютно чистую поверхность почвы в посевах сои, где нет практически ни одного сорняка. Фолиарные обработки на данном участке не проводились. И обработки препаратом GardaGold в текущем сезоне вполне хватило для того, чтобы получить абсолютно чистые посевы сои. В данном случае практически одной обработкой препаратом GardaGold в дозировке 4 литра на гектар с нормой расхода рабочего раствора 200 литров мы добились практически идеального результата и получили абсолютно чистые посевы сои.